Приехала очередная посылочка. Я, конечно же, не удержалась, ее уже вскрыла. Тут у нас хвойники. Точнее, малыши хвойников. Тут даже кто-то выглядывает. И еще я заказала некоторые семена, потом посмотрим отдельно. Можно определить, где корешки, а где волосики. Вот, выглядывает. Тут, оказывается, даже все подписано. Где-то сбоку. Вот. Ну, в общем, где-то тут. Даже не знаю, сажать их в этом году в грунт или пусть потерпят в горшочках до следующей весны, потому что сегодня уже будет минус ночью. И интересно, как думаете? Стало просто ужасно холодно. Прям вроде как плюс 4, а по ощущениям прям и руки замерзли, и все замерзло. Жуть, жалко, что
что закончилось лето. Ну ладно, будем ждать весны. Итак, тут у нас семена. Что у нас тут? Я уже забыла. Подарок семена лиственницы. Ель ситхинская. Горная сосна мугус и ель кейбаб. Будем выращивать. Здравствуй, мой дорогой друг. Эта внезапно начавшаяся осень лишила меня всех сил. Вечные дожди, ураганы и холод. Мы уже так отвыкли от пасмурных и дождевых дней, что такая погода вызывает только апатию и нежелание что-либо делать. Все, что мне удалось в промежутках между дождями, это запечатлеть краски уходящего лета в нашем саду. Давай проводим его вместе. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. What you teach, I do believe I always should have stayed. Yeah.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be.